Всем отличного настроения, так как мы прежде всего оптовый магазин, то сегодня хочу сделать обзор вам на зимнюю коллекцию. В основном это будут утуги, состоят они из натуральной кожи, из натуральной замши, и в составе у них везде натуральный мех. Вы на канале стильного бутика Калетта, и поехали. Итак, начнем мы вот с этой модели. Это натуральная замша, обратите внимание, высокая платформа, внутри идет. Опять же, натуральный мех. Повторюсь, мех плотный, теплый. То есть, вы точно не замерзнете. Я примерила эту модель на себя. Представлены они в оттенках. На мне бежевый оттенок, шоколад. И есть они еще в черном цвете. Размерный ряд здесь 36 по 41. Цена 4670. Модель немножечко маломерит, поэтому лучше брать на размер больше. Но по комфорту, по объемам, объем хороший. То есть они подойдут на ножку средней полноты и, возможно, даже на широкую ногу. Следующая модель УК вообще мега трендовая, потому что здесь идет вставка из леопарда. Удобно одеваются. Видите, здесь достаточно просторный такой заход для ножки. То есть у кого высокий подъем, у кого сложно одевать обувь без расстежки, вот эта модель вам подойдет. Опять же, высокая подошва. Натуральная замша. Представлены они у нас в двух оттенках. В шоколаде и в черном цвете. Размерный ряд этой модели с 36 по 41. Цена 4570. Эта модель идет размер в размер. В принципе, они мне хорошо. Но за счет плотности меха, они так плотновато сидят, я бы тоже брала их на размер больше. Эти уги идут со вставками из овчинки. Есть такая липучечка. И внутри идет войлок, то есть он прям теплый, такой хорошо набитый, натуральная замша. Подошва не такая высокая, как в предыдущей модели. Здесь, кстати, резина, они не будут проскальзывать, но не совсем резина, она смесовая, то есть они не тяжелые. Обычно резиновая подошва, она прям утяжеляет обувь. Этот вариант нет. Проскальзывать, опять же, не будете нигде. И давайте посмотрим, как они выглядят на ноге. Аккуратно смотрятся. В размерах идут с 36 по 41. Цена их 4070. Здесь такая же история, как и у предыдущей модели. То есть мех настолько плотный, что мне кажется, лучше брать на размер больше. Еще одна интересная модель. Прошитые уги на шнуровке. Они идут опять же. Обратите внимание, здесь идет более такой плотный мех, чем, кстати, у предыдущей модели. Здесь цигеечка, натуральная замша. Приятно так ее потрогать. Другая подошва. Подошва, как и вот у этих моделей, повыше. Вариантов здесь достаточно много по цветам. 4 оттенка. Смотрите, очень красивый графитовый оттенок. Он такой серо-голубой. Дальше шоколад. Черный цвет. И рыжий цвет тоже. Шикарно, дорого и модно выглядит. Цена их 4670, в размерах идут с 36 по 41. Кстати, вот эта модель, она не маломерит, она прям идет размер в размер. И она подойдет на широкую ногу. Притом, даже если у вас широкая нога, здесь есть запас. А вот эта вещь, прошивка, она будет вашу ножку уменьшать, то есть она не будет выглядеть широкой. Это кеды, но сделаны они как уги. То есть здесь идет натуральная замша, шнуровка, а внутри идет овчинка. То есть теплый мех. Красиво, аккуратно выглядит. Как раз для тех, кто любит кроссовки и не хочет с ними расставаться даже в зимний период. Смотрите, они представлены в шоколадном цвете, в рыжем цвете и в черном цвете. Три оттенка у этой модели. Размеры с 36 по 41, но они маломерят. Поэтому можно считать, что они идут с 35 по 40. Цена 4170. Уги из непромокаемого материала для тех, кто боится замши. Смотрите, это тоже хороший вариант. Что в них, чем плюс, их всегда можно помыть. То есть тут непромокаемая такая ткань идет. Плюс еще здесь кожаная окантовка. Вот. И они всегда у вас будут чистенькие, несмотря на то, что они светлого оттенка. Эта модель представлена в двух вариантах. Здесь идет внутри шерсть. То есть они прям плотненькие такие. Высокая достаточно подошва. И смотрите цвета. Белый цвет и шоколадный оттенок. Цена их 4470, в размерах идут с 36 по 41. Они, кстати, подойдут на широкую ногу, они достаточно свободные внутри. Но по размеру лучше брать на размер больше.
Эта модель мне понравилась тем, что это сочетание ук и ботинок. Они достаточно высокие, непромокаемая ткань сверху. Можно регулировать объем при помощи шнуровки. И здесь вставка идет из натуральной замши. Высокая подошва, она идет с подъемом. И подъем достаточно приличный. То есть в ней действительно удобно. Обратите внимание, какие есть оттенки. Значит, на мне они в бежевом оттенке. Также есть молочный цвет, черный цвет и белый цвет. Цена этой модели 4670, в размерах идут с 36 по 40, но лучше брать на размер больше. И последняя модель в сегодняшнем обзоре. Вот такие стильные уги, очень аккуратные. Классно будет смотреться с каким-то люксовым пуховиком. Внутри идет мех. Мех тоже такой аккуратненький. Натуральная замша, небольшая подошва. Цена их 6570. И давайте посмотрим, как они выглядят на ноге. Представлены они у нас в двух оттенках. В зеленом цвете и в бежевом оттенке. Размеры идут с 36 по 38 размер. Остальные уже разобрали. И, друзья, у нас на самом деле очень много уг. Вам покажу уже с рук, потому что примеряла их до этого на себя. Если кто-то обзор не смотрел, можете посмотреть в предыдущие ролики. Либо вы можете написать, что вы не видели, не можете найти, и я сниму для вас снова примерку. Вот эта модель 4870, 36 по 40. Цвета рыжий, серый, шоколад. Вот эта модель тоже самое, с 36 по 40, 4670. Та же самая, три оттенка. Есть вот такие симпатичные кроссовки. Прям зима-зима, идут они на молнии. Смотрите внутри, как все сделано. Тоже натуральная кожа. Цена их сейчас 3220, но остались только 38-39 размер. Поэтому цена уже такая подарочная, можно сказать. Брендовая модель кеды. Представлены они в трех оттенках. Белый, черный и золотистый оттенок с бежевым. Цена их будет 4870, с 36 по 40. Кроссовки показывала сегодня. Вот такая модель. Такого плана модели на самом деле много. 4570, с 36 по 41 размер. Также есть еще уги такого плана, кожаные. У меня у самой такая модель. Эта модель еще в прошлом году у нас была очень популярна. 4170, 37, 30 и 40 размер. К сожалению, они остались. Их получается два цвета. Черный цвет и молочный оттенок. А молочный 36 по 41. Все размеры есть. Вот такая модель на резинке. 4970, 36 по 41 размер. Они есть еще в замше. Моделей много, так что приходите в магазин или подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это модель 5370, 36, 37, 38. Такая модель. 4970, 36 по 41. И такие ботиночки очень популярные. Я вижу, что нам приходит в магазин, многих примеряют, потому что ярко, необычно выглядит. Но вот эти не очень теплые, то есть у них мех, войлок точнее у них, но он не такой плотный, как, например, на обувь. Больше как демисезонная обувь, я бы сказала. С 36 по 41, 6670. Они есть в леопарде и одноцветный шоколад, черный. Дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. У нас огромный ассортимент не только обуви, но и сумок. Так что приходите к нам в магазин. Давайте покажем по кругу те, кто у нас еще не был, что у нас действительно огромный ассортимент. Есть как классика, так и спортивные модели, кроссовки, уги, туфли, лоферы. Большой ассортимент, причем есть модели как новинки, так и распродажи. Распродажа у нас до 80%. Вся обувь у нас из натуральной кожи. Мы находимся в город Москва, торговый центр «Садовод», корпус Б, первый этаж, линия Б, павильон номер 69.